гуляем в городе Городец Нижегородской области с туристической целью. Встретили вот такую вот стройку из газобетона. Стоит поддон. Решил посмотреть на качество блоков сразу в распакованном поддоне. Такие вот не целые, скажем так, блоки. Сейчас попробуем, ломается ли пальцем. Ну вот, отламывается. Надо, конечно, приложить усилия. Но, тем не менее, можно сломать пальцем данный газобетонный блок.